исправительной колонии номер один в Верхнем Чёве 8 марта вырастили 10 тысяч тюльпанов. Рассаду заказывают в Голландии. Иностранные растения в этом году чуть не раскрылись заранее. Пришлось принять меры. Виктор Прокушев узнал, какие. Осужденный Владимир Романов до того, как попал в колонию, был садоводом-любителем. Имел небольшую оранжерею, где выращивал цветы для своих близких. Кусочек сада у него есть и за колючей проволокой. Почти десятилетний стаж цветовода дает о себе знать. Цветы живые. К ним, конечно, подход такой же нужен. Будешь по-свински обращаться, соответственно, расти не будет. Так, как хотелось бы. С душой, с душой. Земля любит, чтоб к ней относились любовью. Тем более цветы и растения. Тюльпаны в колонии выращивают уже 7 лет. Начинали с 1000 штук. Сейчас в теплицах цветов в 10 раз больше. Да и количество сортов увеличилось. По словам заведующей подсобным хозяйством, выбор именно этого растения – не случайность. Во-первых, тюльпаны – это весенние цветы, а так как 8 марта – это праздник, международный женский день, 8 марта – это цветы олицетворяют вот именно тюльпаны, это приход весны, это радость. В конце концов, это красота, и потом они, ну, более-менее их полегче выращивать, чем любые другие. В этом году бутоны едва не раскрылись раньше времени. Чтобы этого не случилось, температуру в теплицах понизили до 5 градусов. Но ненадолго. Сейчас цветы готовы раскрыться. Так что скоро голландцы будут радовать прекрасную половину человечества. Виктор Прокушев, Павел Фетисов, телеканал «Юрган», Сыктывкар.